Друзья, всем привет! У меня появилась необходимость уложить больше 40 квадратов керамогранита на пол. И чтобы сделать это в одну каску и максимально быстро, сделаем полезное приспособление, буквально из остатков. Поэтому вам желаю приятного просмотра, запоминайте, применяйте и кайфуйте. Едем! В моей мастерской сейчас трудятся инструменты от компании Makita. Подбирая себе инструмент, друзья, всегда говорю всем и рекомендую собирать одну линейку инструмента на базе общего аккумулятора. Таким образом, купив пару аккумов, в дальнейшем сможете докупать только тушки инструмента и расширять свою линейку. Инструмент Makita давно себя зарекомендовал на рынке, а более подробные обзоры рекомендую всем заценить и отслеживать на официальном канале Makita. Ссылку оставлю в описании. Ну а подобрать и выбрать для себя девайс, а также посмотреть отзывы, рекомендую зайти на всеинструменты.ру. Тут можно поймать крутые акции. Поэтому заряжайтесь крутым инструментом и все подробности по ссылке в описании. Итак, друзья, у нас получилась вот такая интересная гребенка. Она имеет бункер. Замешиваем клей и закидываем прямо сюда. Далее толкаем плиточку, и плиточка выходит готовая с намазанным клеем, с
Сказать честно, я не профессиональный плиточник, и у меня даже рукой не получится нанести так ровно и аккуратно швы. Поэтому, друзья, тут все просто. Вставляем плиточку, толкаем, заполняем бункер, вставляем плиточку, и у нас получается офигительный результат. С такой приспособой намного проще работать, намного чище, не надо в руках вертеть лишний раз плитку, промазывать гребенкой, скидывать остатки в тазы, да и больше чистоты и меньше грязи. Поэтому применяйте такое приспособление, напишите свои мысли в комментариях, что думаете вы, ну а я потихоньку буду укладывать плитку. Вам желаю хорошего настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, залетайте в телеграм-канал, там много чего интересного. Там показываю прям вести с полей. Еще раз спасибо, всем пока-пока!